Что такое натуральные продукты питания, где их приобретать? Мне задают вопрос после последнего моего стрима. Дело в том, что натуральными продуктами являются те продукты, которые можно назвать органическими, которые выросли на органических, натуральных там, кормах, да, питании, то есть на подножном корме. Все, что продают на рынках селяне, да, люди, которые в деревнях сами выращивают, выкармливают, вот это является натуральными продуктами. Где их приобретать, соответственно, на рынках или ездить к хозяйствам? Могу сказать, что у фермеров далеко уже не натуральные продукты, потому что я их знаю, понимаю, их на вкус, на цвет, на запах они очень сильно отличаются. Поэтому нужно смотреть продукты, которые выращивают люди как для себя. Это может быть и мясо, и сало, да, мы украинцы любим сало, все фрукты, овощи, молочные продукты, все продукты должны быть такие, как были у наших предков. Да, ничего не нужно обезжиривать, ничего не нужно делать под одну гребенку, что у всех жирность там у молока одинаковая и так далее. Понятно, что эти продукты, они скоропортящиеся, они не хранятся в асептической упаковке, то есть у них маленькие сроки хранения, и они минимально содержат химию. Понятно, что полностью избавиться от химии невозможно, потому что она есть в воздухе, выхлопные газы и так далее. Ну, достаточно много отдаленных регионов у каждого из вас есть, где такие продукты выращиваются. Я уверен, их можно найти. Есть эко-лавки, эко-магазины, где продают такие продукты. Очень много продуктов можно назвать натуральными, они туда же относятся. Это БАД, биодобавки, различные напитки, коктейли, чаи. Это тоже натуральные продукты, они шикарно сейчас заменяют питание современного человека. Поэтому ищите эти продукты, у кого есть вопросы, задавайте, я отвечу на эти ваши вопросы.